Сегодня на заводе мы строим алюминиевую линейку кораблей, в основном патрульных, скоростных, для всех специальных подразделений, Министерства внутренних дел, ФСБ, Министерства обороны, МЧС и другие заказчики. Мангуст, 20 кораблей в год сдаем. Мангусты-то как? Мангустов мы сдали в этом году уже 5. Сегодня сколько кораблей? Да. 16, мы вас приглашаем. Поприсутствовать 10 минут. Согласно госконтракту с ФСБ России, катер 12, проекта 12-150 «Мангуст», заводской номер 2636, к спуску готов. Ответственный сдатчик Макстов Алексей Анатольевич. Разрешите приступить к спуску? Спуск разрешаем. Олег, документы напиши. С такой подготовкой. Встречим ракеты. Любой метеор он обгоняет как стоячий. Максимум скорость метеор дает 35 узлов, это 52. Новый корабль вот доломали на пробеге с первого дня всего корабля.